Или нет? Тоже. Да, это второй Виталька в Курилке. Ай, молодец. У нее сынуля на две головы выше нее. Тоже играет. Угу. Ну вот как раз в малышах он играл. Не вот это, который 21. Не-не-не. У него худенький. Ну, похудее, чем этот. Вот так, ты за кого болеешь? За кого? А я бы лучше не сказал. Руслан Кузьмин. Самой стопор полный. Рома, горишь! Он же уезжал в Севастополь и вернулся. У него то ли инсульт был, то ли инфаркт был. А, почки были, да? Ну, не знаю, я знаю, что болел. Что-то стукануло его. Видать, морской климат не нам. Жить хочу на море. Конечно, конечно. Еще как. Разорвали прям на части. 8-й номер, он не был у них раньше тренера. Сейчас скажу, сейчас. Вот сейчас с мячом? Нет, вот руки в фокусе. На нем нету 9? Нет, вот. А, нет, там Мустафаев Ханна стоит. Ромка. Вот в руки в боки идет. Худенький. Мах. На той стороне. Это Ханали. Мустафаев же это. Хана. Да, вон он. Хана и Алик идут. Ай-яй, на переброс ничего не сделали.
успел. Если бы успел, поставил, значит, один. Если бы успел. Между двух вот этих полосочек надо успеть. Ага. Походу упал неудачно. Наверное. Твой капитан? Угу. Ушел.
склонности. Фигура на женскую похожа. А, да. Седой такой. Не знаю. Да вот видно. Белый-белый такой. И прическа какая-то у меня. Не знаю. Видел его. Ну, может, и видела, да. Правил. Дальше пошли. Ухо дал, да? Сам пойдет сейчас. Сам выбежит. Где камера?